Иду, сережечки одеваю. И сейчас камеру. Микрофончики сделаю. Приветик всем! Счастье! Счастье вот такого вот солнечного, яркого. Ну, красота. Красота, правда? Хотела сказать, натюрморт. Потом думаю, ой, натюрморт — это овощи и фрукты. А это как? А это как у нас называется? Вот когда цветы. Букет? Вот есть же какое-то название, я помнила. Натюрморт теперь... Точно знаю. Так, знаете, готовлюсь к видео и думаю, сейчас скажу. Посылаю вам натюрморт. Потом думаю, Розана, как-то слово что-то не то. Это не натюрморт. Натюрморт — это фрукты и овощи. А, вот они, сзади у меня. Вот это натюрморт. А это по-другому. Ну, а вот как, не знаю. Ну, красиво, правда? Красиво. Счастье. Смеюсь. Продолжаю смеяться. Да, всю неделю. Да, и тогда еду в машине. Сама себе. Вот что-то смеюсь и думаю, кто-нибудь, если со стороны увидит, скажет, как-то вот можно, как может человек один ехать и смеяться? Вот я смеюсь. Ну, получила письмо. В прошлый раз смеялась, я вам говорила. Как вспомню эту песню, до сих пор, как вспомню, что я проснулась и чувствую себя как кусок пиццы. Ну ладно, по-другому теперь смеюсь. Красота. Получила письмо. Вы бы тоже, наверное, смеялись, если бы вы такое письмо получили. Розана. Грозное письмо получил. Розана. Зачем вы обманываете всех женщин? Своим упражнением. Зачем вы в заблуждение вводите, Розана? У вас талия не от упражнения такая, а от того, что вы два ребра убрали. Ну, правда. Как я смеялась. Такое грозное было письмо сначала. Я так сосредоточилась, потом как так стала смеяться. Оказывается, талия у меня вот здесь узко, потому что я два ребра убрала, а не потому что я упражнения делаю. Так что смело делайте, просто смело. Вот представляете, упражнение что сделала? Как будто бы я убрала два ребра. Но вот кто-то так видит, что я два ребра убрала. А не потому, что я упражнения делаю. Вот я в прошлом или в позапрошлом году, я уже не помню. Я вам показывала, я заказывала два бюстгальтера. Я вам говорю, я уже столько у них заказала. А что, думаете, только у них? У меня их, наверное, уже... Ну, слава богу, у меня есть кому отдать. У меня штук 70 бюстгальтеров. Потому что... За все время, как вот идет изменение тела, оно же меняется, они мне становятся. И я покупала, объем был там у меня 70. Да, 70. Что вы думаете? Уже просто сейчас, ну вот год прошел, ну может полтора года прошло. И уже сейчас застегиваю туда на третью и чувствую, что уже еще меньше объем надо. Вот именно уходит вот этот объем. Только упражнения. Конечно, это ты еще и не поправляешься, держишь этот вес. Но, вам говорю, это только упражнение. Что оно вытворяет? Просто поднимать руки. Влепливает твою как-то фигуру. И здесь вот все меньше, меньше, меньше. Грудь просто собралась. Она вот... Собралась.
как-то все со всех сторон, нигде ничего не вылазит, нигде ничего, никакой складки, а все собралось. И здесь в объеме, я в прошлый раз, вот я вам показывала, что уже объем у меня был 70, я вот не знаю, как это на... Вот раньше было у меня 74, сейчас 70, 72, потом стал 70. А сейчас я вижу, что у меня просто вот так болтается. Именно объем. Ну, я тут ушиваю, ну, это, знаете, ушил, там зашил, и начинается эта самодеятельность. Я не люблю такое белье нижнее. Так что, может быть, буду опять заказывать, только 68, наверное, буду. Я даже не знаю, или есть такой маленький объем. В общем, смеюсь, правда, действительно, когда говорят, что, ну, ой, Роза, она вся сидит наколотая, а вот тут шрамы, и тут шрамы, и тут все наколото, а говорит, что она это от упражнения. Не так это всегда, знаете, так меня всегда забавляет мне этот, прям как будто бы мне 10 комплиментов сказали, вот. Вот насколько упражнение работает. Делаем, делаем, делаем. До конца будем это делать. Это и осанка, это и подтягивается. Ну, в общем, просто вам напоминаю. Такие чудесные прислали комментарии. Розана, пишет Наталья. Тоже в 5 утра пью чай перед работой под ваш позитив. А еще так смешно про слона и медведя. Я смотрю и не успеваю писать. Счастья вам, счастья всем, счастья мне. Наталья. Я в прошлый раз рассказывала, что да, вы знаете, я начинала вот когда отвлекаться, голову себе забить чем-то. Мне очень нравилось, как женщинки вяжут. И потом, я тоже немножко умела вязать. Ну, в школе вязали. Ну что, мы все девчонки шили, чуть-чуть вязали. И я начала вязать, и думаю, ой, игрушки, мне так нравились. И я начала вязать игрушки. Думаю, буду пробовать, а что, у меня, я умею, тем более крючком, я люблю крючком больше, чем спицами, ну, в общем. Я связала эту мышку, потому что был год крысы, мышки, крысы. Думаю, ой, я сейчас крысок этих навяжу. Раздам своим как подарки, думаю, я такую крыску, там мне есть кому подарить вот как раз на год крысы. Сейчас вам покажу, какую крысу одну связала. Во-первых, я начинала, бросала, потому что я высчитываю, как ровно, как женщинки делают, все, как они делают, не получается. Где-то запуталась уже здесь, эта сторона выше, эта сторона, опять все распущу. Они же маленькие, что там вязать, вот такие мышки. Опять начинаю, вот смотрю, как она начинает, показывает, все мне понятно. Вместе делаю с ней, вместе делаю, делаю. Что-то у меня перекос какой-то пошел. Или куда-то я вылезла. Или какие-то петли лишние появились. Думаю, ну вот как? Ну, одну... Распускала, одну довязала. Ну, медведь получился, правда. Я так старалась. Ну, медведь получился. Так еще мало того, что медведь получился, сейчас вам покажу. Мало того, что медведь получился, так еще медведь на одного моего, похож, на одного моего знакомого. Вообще, копия получилась моего одного знакомого. Ну, вообще ни при чем здесь этот знакомый появился. Только не смейтесь сильно. Я старалась. Ну, вот так вот он, вот на этой веревочке он висит, поэтому эта веревочка не работает. Вот это хвостик у меня получился. Посмотрите, какое тело получилось. Какое тело? Какая? И посмотрите на... Ну какая мышка? Медведь с ушками, правда, ушки хорошенькие. Я думала прямо такую девочку, мышечку такую, знаете, холюсенькую. Посмотрите, какие усы. Глазки. Бровки, у меня все получилось, носик, все получилось. Но это же не какая-то мышка. Посмотрите на это тело и на вот этот хвост. Ну, это тут завязочки. Хвостик, что это такой хвостик? Смотрите. Ну, медведь с усами. Просто какой-то дядька, и я знаю даже кто. Ну, вообще не планировала. И я себе сказала, ну, ладно.
Но это вам надо, вам другое расскажу. Там, смотрю, девочка лисичку связала. Такой, ну, плоская лисичка. Там, ну, там делать, ну, как, я вижу, как будто делать нечего, так легко. А начинала, вязала, вязала с ней вместе, вяжу, вяжу, смотрю, смотрю. У меня получается такая, не носик вот так вытянутый, а прям хобот такой. Распустила. Ну, я связала, не поверите, клоуна. Связала клоуна. Так, одна сторона такая, там, с колпачком хорошим, с носиком хорошим. Ну, клоун такой, вот носик хороший. Ну, как-то получился клоун. Ну, немножко, ладно, туловище было короткое, нога одна подлиннее, одна пока. Но это тоже все ничего. Однажды утром я же рано встаю, и он у меня тут сидит. Я даже туда, когда вязала, что-то туда вовнутрь одно желание положила. Но я его так прям с удовольствием вязала. Один раз утром проснулась, у меня такая подсветка есть, ну слегка не темно. Потом на улице света полно, горит, в доме отражается. Ну и захожу в комнату, и так испугалась. Он меня так напугал. Я так испугалась. Знаете, как будто что-то вот как-то прям... Это так было два раза. Два раза этот клоун меня напугал. И я себе говорю, зачем мне такой клоун, который пугает меня? Прям сильно напугал. Не знаю, что. Вот как-то вот посмотрела, и что-то мне какие-то блики от него были. В общем, выбросила. Ну, вернусь. Я зимой вернусь к вязанию. Я люблю зимой вязать больше, люблю, чем шить. Вернусь к вязанию, но, может быть, вот игрушки. Мне очень нравится, как женщины вяжут игрушки. Это такая прелесть. Они такие уютные. И ручки у женщин такие уютные. Игрушечки такие приятные. Просто прелесть. В общем, вот показала вам, какую связала я мышку. Мышка-медведь. Ой, расскажу вам сейчас впечатление. Да, сейчас расскажу, потом еще почитаю один комментарий. Пару дней назад у нас так тепло стоит. Сегодня прям как будто прям аж 26. И вчера как-то тепло было. Сегодня еще и солнечно немножко. Вчера было пасмурно, но тепло. Позавчера солнышко было. Ну, какие-то дни прям чудесные, шикарные дни стоят. И вот я выехала на хайвей. На хайвей — это скоростная дорожка, где просто все несутся. Но немножко был трафик. Трафик — это забито движение. Ты не можешь так быстро ехать, как можешь на скоростной дорожке ехать. Ты так помедленнее едешь, потому что очень много машин. Ну, трафик называется. И рядом едет машина. Открытая, convertible. То есть вся машина открыта. Полностью такая. Открыта машина. Сидит женщина за рулем. И она то чуть-чуть вперед, а нас там 5-6 полос мы едем машины. И она так то чуть-чуть вперед, то опять остановилась, ждет, пока там, ну, машины, моя полоса, я подъезжаю чуть-чуть ее вперед, то мы вместе, то вот так вперед, ну там еще машины со всех сторон. Сидит женщина за рулем. Короткая стрижечка, прям вот красивая такая стильная короткая стрижечка, и вся седая. Ничего крашеного, именно седой, красивый седой свой цвет волос. А так как машина открыта, я ее полностью вижу в такой красивой, слегка-слегка такой розовой рубашечке, просто батничек такой, розовый батничек. Бледно-бледно-бледно-розовый батничек, такой воротничок тут красивенький такой. Очень красивые серьги какие-то круглые. Но вижу, что это... бижутерия, это не ювелирка. Такие серьги красивые, прям как пуговички здесь две. Так, очень красивые, кстати, черные. Но такие прям, цвет такой красивый черный. На этой стрижечке такой коротенькой, седой. И рука у нее на руль держит. Ну, она обе руки на руле, на руль держит. Здесь ничего, никаких колечек, ничего. Роскошный черный браслетик. Вижу такой, тоже как типа из пластмассы или что-то, ну вот бижутерия. И я так чуть-чуть ее так обогнала, но вы знаете, она
из всего этого потока машин, но мы не сильно ехали, мы друг за другом, потому что какой-то немножко такой сток был, трафик был. Мы друг друга, из всего этого потока машин, на нее невозможно было не обратить внимания. Я смотрю, а ей лет 70, а может быть даже плюс. Но она, это просто, она украшала этот весь хайвей, эту всю скоростную дорожку, вот украшала на этой красивой машине. Сама возраст такой, такой достойный возраст. Она просто украшала, и на нее действительно, на нее все обращали внимание. А ей лет 70-75. Ну вы знаете, ну просто глаз было не оторвать. Я так любовалась вот прям всей вот этой вот картиной, вот хоть, знаете, вот какого, как из какого-то фильма. А ей лет 70-75. Просто эстетическое удовольствие получила. Ну ладно, еще от чего получила тоже удовольствие. Еще говорила уже как-то в своем видео, что мне очень нравится состояние, когда что-то мне нравится. Вот я вижу вещь в магазине, и она мне понравилась. Это не обязательно, что я ее куплю. Но вот это состояние, что тебе понравилось, что-то вызвало интерес. И вот, потому что, ну, я вам рассказывала, как в одно время у меня был были на это причины, был настолько потерян, и вот этот вот вкус, я его понимаю, прям интерес вот к этому был потерян, что, ну, я уже рассказывала в каком-то видео, что нам нужно было куда-то идти в гости, и я сказала, я не пойду, я не хочу, своему мужу говорю, иди сам, я не пойду никуда. Ну, он сказал, что он придет сам, а ему там компания, где работал, ему в компании сказал его начальник, что ты не можешь один прийти, если ты семейный, ты не можешь прийти один. Это пары должны быть. Ну, в общем, ну я рассказывала эту историю, мы поехали в магазин что-то мне там выбрать, мне ничего не нравилось. И вдруг там я вяло заметила какое-то платье, померила платье, мы это платье купили, а оно было в двух цветах. Такое и еще одно, другого цвета, такое же, только другого цвета. Мы купили это платье, уже отъехали от магазина, и вдруг на скорости едем домой, и вдруг мой муж резко разворачивается, говорит, что такое? Он говорит, подожди. Возвращаемся в этот магазин, и он вторую расцветку тоже берет, приносит мне в машину и говорит, тебе ж понравилось, пусть у тебя будет две разные расцветки. Вот, так это вот состояние, когда тебе просто нравится, это уже большое дело, когда тебе просто нравится. Не обязательно ты купишь, потому что бывает ходишь и ну что, мне никуда глаз ничего не радует, ничего не нравится. Поэтому очень понравились мне две кофточки. Ну до того понравились две кофточки. Правда, сегодня я и одну, и вторую пошла посмотрела. Я люблю, знаете, мне понравилось, я люблю прийти домой, как-то так ночь, другую переспать. И вот если мне хочется, то я уже пойду, тогда наверняка точно куплю. Правда, сегодня пошла, и одна, и другая мне уже немножко разонравились. Но вообще две кофточки понравились. Тоже одна. Ну вот я увидела у этой женщинки, представляете, вот этот вот батничек я увидела. Он на ней настолько красиво. Она, надо отдать должное, она прям такая тоненькая, худенькая сидела. Ручка такая, ну худенькая женщинка сидела. Ну я вам говорю, лет 75, 73, 75, ну за 70. Глаз не оторвать. Просто красавица, просто королева ехала на хайвее. Я вам говорю, все машины смотрели на нее. Ну я, женщина, я обратила. Ну что же едет женщина-машина, ну что едет? И я обратила внимание. Просто эстетически приятно было смотреть на такую роскошную женщину. А я думаю, она самая рядовая. У нас таких машин, ну, полно. Это не то, что, знаете, одна машина в городе, но. Но просто вот чисто внешне было приятно на нее смотреть. Вот я рубашку видел, как-то мне захотелось прям, вот прям рубашечку, такой батничек. Вот я нашла два. И по цвету роскошные, очень хорошие. И по фасону, вот такой рубашечный фасон. Ну, как-то сегодня прошлась, думала, наверное, возьму, потому что одна есть, они разного фасона, но они есть еще и плюс ко всему в разных цветах есть. Я думаю, ну какой-то подберу себе какую-то расцветку. Ну вот что-то еще не решилось. Ну, может быть, когда возьму, так я вам, конечно же, презентую. Упражнение делаем. А то что, ребра надо убирать? Розана, я помню, что вы, пишет Ксения,
рассказывали, как начинали снимать видео, как привыкали психологически, как учились монтировать в программах. А где вы учились? Тому, как создавать красивый интерьер и освещение для видео. Тоже смотрели чужие видео? Очень интересно, написала Ксения. Вы знаете, многое училась, у многих училась, многое смотрела, потому что я, ну, для меня это новое было, я никогда не снимала, что как я снимала, я с этим никогда не соприкасалась. И у многих смотрела, училась вообще, как это все, как монтировать, в каких программах монтировать. Это все посильно. Если я это начала делать в 58 лет, ну, я думаю, в 50 лет любая женщина, я уже не говорю раньше. Если я начала, я в возрасте хорошо начала уже. Ну, в общем, с этим делом разобралась. Но скажу вам, пока ты не начнешь сам делать, даже если ты очень много посмотрел, вот сам начнешь делать, и ты сам себя видишь, и сам свой интерьер видишь, и цвет видишь, и так, ты сам учишься именно на своих видео. Вот я помню там мои первые видео, какие-то, где-то как-то я там, знаете, сама по себе зажата, что-то тот цвет какой-то такой, знаете, бледный-бледный, какой-то ярко-бледный цвет, и я какая-то в нем аж синяя. И синяя, какой-то голубой цвет. Если сам цвет, само освещение дает голубизну, то это очень невыигрышно. Ты смотришься, когда вот такой цвет аж бледный. Вот иногда, знаете, зайдешь в примерочную, а там такой свет, яркий какой-то, стены иногда белые. Ну, до того ты себя смотришь, думаешь, что там это? Я вроде даже не выгляжу так. Как-то ты бело-синий, голубой. Такой, знаете, некрасивые цвета. Освещение некрасивое. То есть ты смотришь и потом как-то сам себе выбираешь, подбираешь, и оно уже идет само собой идет. Но я вам скажу, эти видео, они, когда делаешь сам видео, они очень тебя организуют. И ты себя видишь, потом организуют делать. То есть тебе надо пойти сделать маникюр, ты сделаешь как-то, ну, выглядеть надо, тебе, ну, оно тебя очень организует. Ну, мне нравится этим заниматься. Так что, Ксения, если вы хотите начать, начинайте. Вот так не думайте, что, ну, вот когда я похудею, я начну. Нет, ну, вот когда я, там, не знаю, диван новый куплю, вот тогда начну. Нет, ну, вот когда я, вот начинайте без когда. Начинайте, и вы сами себя настолько откорректируете. Такие приятные комментарии пишите. Вообще такая прелесть. С добрым утром, Розаночка. Привет из Калининграда. Катрин пишет. Катрин Солнцева. А как мы вас любим и уважаем. Наверное, вы догадываетесь. Хорошего дня и улыбайтесь. А мы после вашего рассказа тоже будем улыбаться. Кусок пиццы – это жесть. Да. Ой, звучит эта музыка. Сейчас она такая, хит номер один, наверное. Звучит только, садись в машину, песни какие-то, уже пошло опять про эту. Так выгляжу, как кусок пиццы. Наталья мне написала. Розана, спасибо за ваше видео. Прекрасно выглядите. Вы богиня. Кстати, женщине, если может сделать такой комплимент, такое написать, значит, вы тоже богиня. Если вы можете это сказать другой женщине, значит, вы себя чувствуете тоже богиней. Спасибо большое вам. Добрый день, Розана. Светлана пишет. Я делаю ваше упражнение только месяц, но мои подруги уже заметили во мне изменения. Мне в октябре будет 55, и я очень рада тому, что попала на ваш канал и узнала об этом упражнении. Записываю все свои ощущения с первого дня, и мне все очень нравится. Умница! Что записываете? Умница! 55, прекрасно, роскошно. Моя мама 85 начала делать мое упражнение. 55, через год вы даже не представляете, если делать ежедневно по несколько раз в день, увеличивая время, вы себя не узнаете. Какие 55? 35 будет вам.
Лицо, очень меняется лицо. Я же ну, тоже вижу, тем более я могу себя сейчас не только видеть в зеркало, я себя на камере вижу. И я понимаю, что это работа только этого упражнения. Это работа только этого упражнения. Кто-то написал: «Розана, сделайте опять на камеру маску, которую вы делаете с солью». Я вроде, у меня есть уже такое видео. Но хотите, сделаю. Селена пишет. Селена, умница, умница. У вас руки золотые. Тоже ателье свое. Держать, содержать ателье, это так ответственно. Это такая красивая, ответственная работа. Ручки золотые, умница. И курсы вы открыли, делаете курсы. Потрясающе, молодец. Вот вы пишете мне: «Розаночка, ой, насмешили. Я смеялась вместе с вами». Ну, про этот кусок пиццы, ну, знаете, даже вот, ну, вот представляете, как ты выглядишь, как кусок пиццы, но даже вот это вот само слово, что пицца, и вот это кусок еще. «Розаночка, ой, насмешили. Я тоже с вами вместе смеялась». Делайте, делайте видео. Я каждое утро просматриваю ленту, и когда не вижу нового видео от вас, хоть на одном канале, начинаю скучать. Потом еще вечером смотрю, думаю, вдруг появилось. Очень нравится с вами поболтать на любые темы. Обнимаю, тоже вас обнимаю. Умница, обнимаю вас. Если бы я была где-то поближе, рядом, ну, точно бы у вас поучилась. Вот знаете, онлайн хорошо учиться. Нравится мне учиться онлайн, и любую там можешь найти, любые курсы, все-все-все. Но, конечно, вот как-то мне кажется, если точно меня кто-то измерил, показал мне точно, это, конечно, было бы продуктивней. Ну что, мои хорошие? Нина пишет: «Делаю лисичку, получился слон». «Розана, вы с прекрасным чувством юмора. Смотрю ваш канал с таким удовольствием. Спасибо большое за все». Ой, Нина, вот показала вам. Ну да, лисичку делала. Сделала лисичку и смотрю, когда я и так носик вот делаю, такой хитренький такой носик, знаете, у лисички. И я так смотрю, как-то он у меня как хобот. И я все делаю, как эти женщины. Я же слежу, я на медленное поставлю, и вот как она делает, и я за ней все вместе, и рассчитала все вместе, и все. Думаю, что-то как-то у нее носик, а у меня прям, смотрю, хобот, так она сделала, допустим, два ряда, а я еще за ней не успела, мне еще вроде как нужно еще 2-3 ряда довязать, а я вижу так уже два, те ряды, которые я довязала, уже хобот, а если еще 2-3 ряда, так будет хоботин. Как-то, ну, это что тут, вот видите, вот эта куколка у меня, вот, ну что это за, это что за мышка получилась? Посмотрите, какое толстое лицо. Какой дядька прям медведищий. Еще похож на одного моего знакомого. Как так получилось? Вы представляете, прям копия он. Вообще я его не хотела. Еще хотела вот тут показать, приготовила, что, ну, я вам говорю, что вот если мне нравится какая-то вещь, я могу в двух расцветках купить, я могу в трех, обувь то же самое. Я могу эти обувь покупать. Разные расцветки есть. Если мне понравилось, я возьму 2-3 расцветки обуви. Хочу вам показать, две кофточки у меня есть. Магазин тоже уже закрылся. Это итальянский магазин Benetton, все его знают, он очень хорош в Европе. Обожала. У меня столько с Benetton вещей. Просто вот как Ralph Lauren, Benetton я обожала. Только топы у них мне подходили. Здесь я, хотя и платья у них покупала. Ну, в общем, очень любила. И они тоже появлялись у нас на рынке. Потом, здесь не очень в Канаде, я так думаю, что не очень, ну, видимо, большая конкуренция, и какие-то компании, вот они появятся, потом, видимо, таксы, что-то как-то исчезают с рынка, потом опять появляются, то есть, ну, какие-то свои есть расклады. И вот тоже в Беннеттоне однажды появились вот эти кофточки, сейчас вам покажу их. Они были в двух расцветках, конечно же, я тут же пошла, взяла эти обе расцветки, вот такая вот кофточка.
Есть у меня видео в ней. Вот такая кофточка. Вот это Бенеттон. Обожаю. И качество. Ну, вы знаете, им, наверное, лет... Им, наверное, лет по 15. До сегодняшнего момента они стираны. Ни форму не потеряли, ни цвет не потеряли. Посмотрите, какая прелесть. И точно такая же. Вот это тоже вы ее видели. Я ее надеваю с одной моей юбочкой. С юбочкой с желтой полосочкой из Lacoste. Lacoste тоже люблю. Вот она такая же. Только видите, другая расцветка. Это же кофточка. Ну вот Бенеттон закрылся у нас. Нет. Но во всяком случае у нас в Монреале. Не знаю, может в Торонто есть. Но в Монреале закрылся. Ой, уже закрылся лет 7-8, как закрылся. Ну что, мои хорошие, ой, как затянуло, 30 минут. Вот это да. Еще думаю, что сейчас еще что-то расскажу. Ну ладно, буду заканчивать. Все, бесконечно, что вас? Конечно же, уважаю. Смейтесь побольше, делайте упражнения. Будете видеть, чувствовать и комплименты. Да, даже не для комплиментов. Сам себя видишь и сам видишь свои изменения. А если еще себя сфотографировать или видите, кто-то говорит, я прям слежу, я записываю все этапы, которые я за собой замечаю. Так что будете удовольствие получать. И возможно, от этого упражнения и действительно поднимается настроение, потому что ты себя видишь. Тебе так нравятся твои изменения. Кстати, вот опять я на килограмм похудела. Я уже вот тут вижу. Но я мороженое съела и, конечно, себя немножко, да. Вот стоит мне заканчивать еду в час дня? 12:30 в час. Все, моментально. Я, конечно, вот мороженое с удовольствием съела мороженое. Но тут же на следующий день, вот два дня, я в 11:30 заканчивала еду. И этот, видимо... Ничего не отразилось от этого мороженого. Я говорю, будете делать упражнения, будете за собой замечать. И ты утром встаешь, тебе так классно, ты видишь свое тело, что твоя работа так хорошо работает. И внутренние органы подтягиваются. И кожа эстетически все вместе подтягивается. И лицо подтягивается. Это просто, даже не сомневайтесь. Разные части тела в разное время у всех. Очень долго у меня взяло вот здесь. Очень долго взяло. Именно вот здесь вот руки. Долго я думала, я, наверное, на руки не будет работать. Прекрасно работает. Но у меня это взяло время. Так что, а здесь просто через 3 месяца. Это вообще потрясающе. Вот тут я думала крем. Ну, крем тоже хороший был. Но здесь, конечно, просто моментально. Здесь тоже подольше взяло, а здесь моментально. Ушли морщины с этим упражнением. Все, делаем упражнение. Напоминаем друг другу, будем про это упражнение напоминать. Ну и что? Смеяться. Ну и красивое замечать. Вот красивую такую женщину увидела. А женщине, ну, за хорошо, за 70. Красавица ехала. Обнимаю вас. Уважаю вас. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что не забываете лайки ставить. И до следующих видео. Всем пока.